Йоу-йоу-йоу, всем привет, канал Базука, мы продолжаем проходить игру Plague Tale Nonsense. Так, ну чё, спросите, где я? А, вот она я. Так, продолжаем проходить. Надо нам потихо тут теперь следовать за этой Мелли. Она говорит, идем, мы с ней идем. Страшно. Артур заставит его уйти. Что, как? Отвлечет. Он ждет, когда скажем ему. Кто куда, так что смотри внимательно. Так. Шашки. Не слишком удачное расположение. Эти бутылки. Нет, он просто перегородит нам путь. Телега. Годится. Приготовься. Ну, давай за мной. Так, это твой брат? Что-то шумело, да? Вроде да. Погнали, 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 погнали. Сколько же у нас убитых-то? Трудно сказать, тысячи это точно. Но с этими крысами пойду, там никого, странно. Ты бы там один, с этими мясниками. Они ничего ему не сделают, ты понимаешь, когда он боится? Откуда вообще взялись эти треклятые крысы, очередной фокус это? Rats have decimated Valois villages. Braziers made of metal. Жаровня железная. Нет, мы в ловушке. It is a device. Видишь, как следует пошуметь, не выйдет. Да. Бочка с копьями. Отлично, приготовься. Осторожнее с бутылками. What's that, then? Ну и что это? Охранники нас запалили. Блин, быстрее, 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 давай сваливаем. Бля, я съебываю вообще просто не знаю. Не добежал. Копье прилетело мне в спину. Копье оказалось быстрее, чем я. Идите, Хьюго. No. Rats have decimated Valois villages. Thousands of deaths have been reported. We have to clear the way. Contagion. It is a device. Так, сразу бочку. Well done. Get ready to go. There's no room for a war in this. King Edward must. Да, вот интересно, кто меня спалил? Watch out for the bottles. Вроде я тут ничего не за. Не задел. Let's go take a look. Nothing to worry about. I've got some looters here. Ну вот опять меня спалили. Да давай, ладно, руби. Чё-то я не понял. Что, нельзя брать что ли этот спирт? Типа слышат? Так. Rats have decimated. We have to clear the way. Ладно, давайте не будем брать этот спирт. Молодец, Артур, начали. Погнали, погнали, погнали. Watch out for the bottles. Ну да, он палит, когда спирт подбираешь. Все, я понял. Значит, не будем подбирать спирт. Be careful. What pain having to wait between bowels. Those two over there with their bows not stopped. They're training on a dead body. Bonkers. Yes. That's war for you. That's how you teach a Valois lesson. Is it true? Stay down. Two French knights yesterday. Yeah, but it was easy. It was arseholes charge in without thinking, looking to make martyrs of themselves. Heroes and their armor shining in the sun. Just have to find the weak point and bam! Easy target. Be careful. It was a hell of a fucking victory, I'm telling you. Guyenne belongs to England again. What about that? The tent's in the way. Take a look out there. Look, the bot. Yeah, well spotted. All you need is a torch to get rid of him. Bye-bye, rats. Now,
Left. Well, be careful. You know our orders. What sort of prisoner is worth such a high ransom? Valois, children. Son and daughter of the knight Robert de Roon. Knight of a tree, more like. His fighting skills from the time of the war are legendary, but he's no longer in the service of King Philip. It is rather odd to be so interested in the children. Why don't you go ask the sister some questions? She must be awake. Oh no! Don't worry. It was bound to happen. Не переживай, это должно было случиться. Короче, они пошли искать меня. Они типа думают, что я уже должна проснуться бы. Сейчас поднимут тревогу. Let's see. Посмотрим this. Это и это. Неплохо. Not bad at all. What are you doing? Ты что делаешь? Сейчас не время. I'm making your rescue. Ну, какая выгода из твоего спасения? That's what I'm doing. What about this chest? I saw. Bound. Сундук. Probably for там alchemy. Просто, если хочешь. Useless. I can use it if you want me. Мне бы оно пригодилось. Если хочешь, чтобы я его вскрыл, скажи. Давай, открой, конечно. Please. Химическое оборудование мне нужно. Well done. Ну, спасибо. I'm coming. Я иду. О, подожди, а вот тут что-нибудь не было, ничего нет. Ничего нету в этом сундуке. Пойдем дальше. Так. Тихо. Хлеб уже на исходе. Так, куда мы идемся-то? Yeah, it's the same story each time we win a battle. Half of the reserves just. Блять, куда она делась-то? Твою душу некуда. Куда ты делась-то, а, Мелли? А вот она сидит тут. You're crazy. Да ты с ума сошла. We got through, а что такое? We? У нас же получилось. My brother. Мой брат. Quickly. Похоже на то. Soon you'll be far away from here. Amicia, where is she? Bastards, the bastards. Где Амисия? We gotta keep her with us, right, guys? Он в Кьюбе сидит. No, hey. No, please don't. The girl. Just the be girl. Thankful you're still alive. No, I... huh? What do you mean, the girl? Come on, spit it out. The girl's escaped. Девчонка сбежала. Ее камера открыта. Все на поиске. Shit. Козье дерьмо. Сосредоточься. Stay in your toes. A case doesn't just open like that. Не хлопайте ушами. Now's the time. Пора. Давай, куда идти-то? Погнали. Hugo, I'm here. Hugo. Amicia. Здесь. Are you alright? Are you hurt? Ты в порядке? Ты не ранен? Get me out, please. Забери меня отсюда, пожалуйста. We have to get that cage down. It's all right, Hugo. Listen, my sling. Did they have it when она they locked you up? Когда... Yes. Да, they put it in the да, trunk. There. В сундук. Right. Ага. Мелли, can you look after it? Мелли, открой, давай. Открой сундук, Мелли. Пока тут все обыщем, что тут есть. Все хорошо, никаких следов. Может, она по-прежнему клетка. Ах ты ж, черт, поверить не могу. Нам хана. Да, солдаты меня там ищут, короче, бегают. Finally. Now, Hugo, I need to get наконец, the cage down. Хьюго, нужно отпустить эту клетку. Обыскать палатки. Мелли, the lock. Мелли, замок. Easy. They said someone's going to take me. It's all right, Hugo. We're going все хорошо, to get out of here. Сейчас мы тебя вытащим. Amicia. Oh, they said they were going to take me away. Они сказали, что меня увезут, и я больше никогда тебя не увижу. Well, now you know that's not true. Теперь ты видишь, что это неправда. I'm я here. Здесь. We're staying together, right? Мы будем вместе, да?
And we're going to go with Mellie. Конечно, мы пойдем вместе с Мелли, она поможет нам. Ей жаль, что она нас подставила. Yeah. Правда, Мелли? Ого, я плохая девчонка. Довольна? Can we go? Может, уже пойдем? Hand, Let's давай руку, Хьюго. Yes. Нам надо идти. There's a way out to the far end of the camp. В дальнем конце лагеря. If you really want to use that sling, you better go first. Ты проще, иди первым. Куда идти-то? Покиньте лагерь. Погнали. Так, давайте сейчас потихо, надо как-то. Come on, get a grip. Так, куда он пойдет? Не, лучше, может быть, с той стороны попробовать пройти, а? Какими-нибудь кустами тут, я не знаю. Ничего не вижу, шевелись. Не могла же она просто так пропасть. What the? What was that? What the hell are you doing here? Да ну нахер, а? Пока прицелится, пока раскрутит этот, блин. Я тут просто даже не думал, что он там. Знаешь, что не хватает здесь в этой игре? Вот не хватает, чтобы можно было как-то насчет видеть их там сквозь палатки, сквозь стены, но хоть что-то как-то, блин, определять, где они там. Эй! Probably best go check. Over here! Now! They're here! Бля, ну она вообще ну пиздец она косая вообще. Погодите, блядь. Вот это я тут не люблю. Вот это вот, когда начинается вот такая фигня. Так, здесь пустынь надо засесть. Не, пойдем-ка он туда бегаем. Здесь надо все собрать, как не собрали. Так, хорошо. Теперь. Хорош. Так, открывай. I've had enough of running. Let's see what we can see. Do that! Come on. Открыла? Давай. Забирай. Так, хорошо, 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 хорошо. Камни. Есть. Так, уходим, уходим, уходим потихонечку, потихонечку сюда. Блин, вот их тут двое было, вот вообще. О-о-о. Идет. Так, камней нет. Камней много, точнее. Так, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Блять, этот нас палит, короче. Что, мало тебе? Это запросто. Так, ну еще все. На выход. Да, все, на выход. О, нет. Инквизитор приехал. Я плачу выкуп за мелких дерунов, и мне же их ловить? Ну и порядочки у этих палантагенетов. Он убил моих родителей, он и нас хочет убить. Мелли, беги!
Там стражники, разберись с ними, а миссия. Пора отсюда уходить. Сбавляй шагу. Амиссия, хватит убегать. Отдай Гуга нам. Да хрен вам, я чё отдам, короче. Всё, бежим просто. Давай, открывай. Готово, пошли. Куда ты, блядь, стреляешь? В ногу, там в голову надо стрелять. Да ё-моё, а. Хорошо. Готово, пошли. Вон люк, попробуем через него. А, это надо, чтобы она взломала. Давай, взламывай. Ну же, давай, 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 давай. Ломай двери, они двери ломают, все. Хорошо. Амиссия, давай. Успей. Ой, просто суть трупов. Они там, хватай их. Амиссия. Артур, это Артур, надо бежать. Помогите, вон там. Идем, идем, идем. Всем собраться вместе. Пожар, пожар. Ну все. Пропавшие товары. Приз получен. Еще одна глава готова. Следующая глава. Тропа идет вперед. Ты знаешь, куда мы идем? Сейчас нам нужно просто спрятаться. Мы с Артуром знаем одно место. А Лука? Он ждет ваш шато. Всему свое время. Скоро мы снова увидим Луку. Надеюсь. Мне понравился Лука, он хороший. Береги дыхание, Хьюго. Мы на верном пути. Потопали, тут нас еще могут найти. Так, ну давайте продолжим, наверное. Скажи мне, какого дьявола вы натворили? Что за вами гонится? И что в этом мелкого такого особенного? Это сложно. А что, твой брат с ним все будет хорошо? Он нас догонит. Он правда спас нам жизнь? Это было просто невероятно. Эй, давай без телячек нежности. Смотри, как бы он не разбил тебе сердечко. Я что? Нет. Смотрите, мельница. Да, мы переберемся через нее. Ура. Он всегда такой. Он так мало видел. Сейчас не лучшее время знакомиться с миром. Побыстрее до мельницы. Нет, лети. Заперт. Не лети, а не лети. Куда ты побежал, блядь, мелкий? Вперед, батьки, лезешь. Открыло. Бля, о, нормально, она бы меня научила дверь открывать. О, какое огромное колесо, оно ж... Оно мелит, мелит оно, видишь, мелит. Крутится, мелит. Тут заросло паутину, как. Так, окей, а что есть? Что собрать, нет? Течение слишком сильное. Как мы пойдем на ту сторону? Остановим его. А как мы его остановим? Амиссия. Что-нибудь придумаем. Поток замедляется, но должно быть что-то еще.
Go on, Hugo. Yes. Давай, Хьюго. It's working. Yay! Получается. All we have to do now is cross over. Теперь осталось просто перейти. Амисия, ты же не уйдешь без меня? I'm coming, Hugo. Я иду, Хьюго, просто попытаюсь придумать, как тебе перейти. You sound like Arthur. Stop. Hugo, can you take care of it? Хьюго, займешься? Отлично. No, stop. Understood. Нет, стой, поняла. Давай быстрее беги. Все, все перешли. Это было. And there you go. See? Вот так, видишь, все просто. Мы победили. Если инквизиция сюда доберется, это их немного задержит. Так, давайте-ка посмотрим, что можно прокачать. Сумка для снарядов. Давай. Пока только ее можем прокачать. Я так понимаю, что... А, теперь по 20 снарядов каждого типа. Так, а что у нас есть? А, у нас спирта не хватает. Да, спирта не хватает. Полезно здесь, давай же. Что пытаешься произвести на меня впечатление? А, нет. Ладно, двинулись. Здорово, землей пахнет. Ну, акведук, Лука где-то там. Надеюсь. Думаю, от этого замка немного осталось. Почему? Здесь была деревня, потом много лет назад ее сравняли с землей всего за одну ночь. Говорят, эти места прокляты. Амисия? Да, она шутит, Хьюго. Конечно, шучу. Когда это я говорила... Амисия? Хьюго, что ты делаешь? Иди сюда. Ох. Хьюго, посмотри на меня. Опять началась голова. Как будто внутри меня что-то растет. У меня ноги трясутся. Только не говори, что его покусали. Это не укус. Это у него с самого детства. Мне придется его понести. Забирайся мне на спину, если сможешь. Давай. Ну все, теперь будем тащить этого малого, да? Будем медленно идти. Прости. Не бери в голову. Если это в его крови, то что насчет тебя? Со мной все в порядке. Лука пытается замедлить действие этой штуки. Это еще одна причина, почему мы идем в шато. Амисия. Я боюсь. Чего? То, что у меня в голове. Не переживай, мы все боимся то, что у нас в голове. Вот, мы пришли, теперь ты сможешь отдохнуть. Наконец-то. Поможешь поднять? Иду. Хьюго, слезь, пожалуйста. Фу, это твой дом? Это убежище, детка. Здесь прячутся. Они пиры для господ закатывают. Не трогай. Это моего брата. Дорогущая штука. Недавно вы так живете? В смысле, как оборванцы и попрошайки? Это не традиция. Папка на что-то еще был мерзавец. Попробовал нас как-то поколоть больше обычно. Вот мы и свалились. Да ты-то голубых кровей. Голубых кровей, ха? Что значит ха? Мне холодно, Амисия. Не видишь? Ты взгляни на нас. Мы все потеряли. То есть как? Кто нам тогда заплатит? Ты вообще о чем? Твой приятель Лукус сказал, что вы богатее. Ладно, неважно. Бери соломенный матрас Артура. Когда братец вернется, там поговорим. Нормально, заплатим. Они хотят, чтобы мы заплатили. А чем тебе платить-то будем? Мы вон сами бедняки вообще. Ни дома, ни крова вообще. Так, ну чё, выспались? Хой. Видишь чего? No, nothing there. Пусто. Hey, men! Эй, ребята!
Сюда. Нужна подмога. Спалили, короче, убежище. Куда он ведет? Наружу. Да, ну куда? Просто доверься мне. А твой брат? Он уже должен был вернуться, прости. Не спеши его хоронить. Ой, следы, вот зараза, вниз. Деворантис. What? Деворантис. Деворантис, литр и спит, жжет лицо и плавит сталь. С ним хочешь, не хочешь, а шлем сразу снимет. Приготовься. Ладно, Деворантис. Теперь вы можете сготовить Деворантис. Нажмите R1, чтобы открыть меню выбора. Деворантис какой-то. Ага, Деворантис. Давай, готовим. Блин, а у меня спецкарма. Давай, целься прямо в шлем. Почему ему по башке? А, теперь камнем, да? Ну на. Фух. А, так ему и надо. Так громко. Я ждал большего восторга. Так, все, я понял, у меня теперь Деворантис есть, понял? Теперь могу шлемы снимать, отлично. Стражники, они точно где-то тут. Девчонку бы унес наших ребят, да будь она хоть каких кровей. Если поймаю ее, слушай, а где у нас лечь? Там у них черт ногу сломит. Так, и че? Спирт для Деворантиса. Отлично. Это шум, откуда-то? Откуда-то, интересно? Откуда-то? А вот откуда-то? Давай-ка, двигай. Ой, бля, идет искать нас. Look out! There's someone here! Да как ты, блядь, промахнулась-то, а? Да чтоб тебя! Да ёб твою мать, очень действительно мне нравится. Пиздец. Надо вернуться к Вадуку. Где шато? Домбраш, сюда, за мной. Так, подождите, давайте-ка я тут сейчас сначала соберу. Что мне тут надо? Потом уже пойдем вперед. О нет, я так и знаю. Спокойно. Видишь, там освещенная решетка. Через нее мы и выберемся. Ага. Слушай, Миссия, у тебя есть праща, но потом что идешь первым. Хьюго. Будь осторожнее, не шуми. Понял. Они все, ясно. Они все еще меня ищут. Так, тут что-то их дохренища вообще. Надо как-то быть поаккуратнее сейчас. Еще и в шлемах. Так, пускай будет побольше Деворантиса. Блин, и сомным, кстати, можно сделать еще один, пускай будет. Погнали. Так, этот чел без шлема. А, ну, в принципе, я мог бы вот здесь сейчас проскочить. Блин, а там он что-то лежит. Походу там камни просто лежат. Так, давай, пошли потихонечку. Сейчас он развернется. Спалили немного. Да, это камни просто. Окей.
What was that noise? Хорошо, хорошо, хорошо. Эй, детишки англичан. Да это такой взрыв. Там на Куролесе мы поймали молодой воришка, который помогал Деруну. Его держат в бастионе, будут допрашивать. Повезло парню, если бы он оценки не знал, ему бы на месте покамсали. Ай, поймали этого парня-то. Так. Ага. So, still nothing? I did hear something over there. Так, по-прежнему ничего. Ищут и не могут найти, а я в кустиках вот тут сижу. Смотри, не видишь, да? Все, просто побежали. Nothing here. Опа. Все, хорош. Не запалил. Так, ох, теперь вон туда нужно пробежать. Так, а там стражника нет. Тут ходит туда-сюда. Здесь стоит прям на нас палец, бля. Короче, надо как-то так кинуть, чтобы тот пошел назад. Вот, все, этот пошел. Этот тоже пошел. Все, этот пошел. А мы просто побежали. Nearly there. The portcullis is down. There's always a side entrance. Сюда есть черный ход. Погнали. There. Let's get out of here. Come on. Идем. Go ahead. So kind of you, Your Highness. Вы так любезны, ваше высочество. Так. Come on, get moving. Давай, шли сюда. Что вы собираетесь со мной делать? А, они, может, Луку поймали, наверное. Это Лука. Скоро придет подвода, и тебя заберут в город, в бастион Инквизиции. Амисия, у тебя еще осталось Деворанти? Тогда вперед, сбей с него его. Так, все понятно, я понял. Надо его спасать. На, хорош. Как я рада вас видеть, Лука. А, ты отлично выглядишь. Да, я был в клетке, потом был взрыв. Вот такой вот бум, и мы пошли к Мелли. И она говорила ужасно много плохих слов. Я все слышал. Лука, ты-то как? Давайте по дороге поговорим. Или вы предлагаете сидеть тут, выпить вина, зажарить цыпленки, подождать, пока они не вернут и не убьют. Ты права, надо идти, шато уже близко. Идем. Двинули, это недалеко от отведука. Ох, ну у нас теперь тусовка вообще. Кстати, кое-кто забыл рассказать нам про инквизицию. Вы бы не согласились на сделку, по которой твои друзья стоят с богачами. Мы все уладим. Расскажи об этом моему брату. Что это такое? Телег перевернул. Это подвода инквизиции. Может, удастся что-нибудь придумать? Нет, нельзя же проходить мимо. О, Митри, у меня для тебя кое-что есть. Это побочный продукт от производства Игнифер. Называется Люминоса. Кидаешь в стаю крыс, ну и сама увидишь. Держи. Давай. Литр спирта и кожи, смешай. Так, где там Люминоса это? Кидай прямо в крыс. Ни хера себе там был. My eyes sting. It completely destroyed them. Lucas, the cart's packed full of alchemical material. Что здесь полно алхимических ингредиентов. Резон, инквизиция, они бы узнали о Макуа. Не изучив алхимический тракт. Не знаю, что они задумали, но содержимое этой телеги нам пригодится. Да, это точно, я тут уже вообще все собрал. Так, давай посмотрим, что можем, что улучшить. Нет. К сожалению, пока не можем.
Окей, блин, пропустили мы много, наверное, цветов уже, диковинок всяких. Они нужны, в принципе, только для одного. Там, если там на платину проходишь эту игру, то нужно собрать все. Все цветы, все диковинки, все подарки. Коквадук. Наконец-то вас скоро узнаем. Коквадук. Забирайся, помогу, Коквадук. Что за Коквадук придумал какой-то? Коквадук. Коквадук! Так, ну что, погнали? Я готов убивать. Хьюго, это акведук. Акведук. Да. Аквадак. Угу. Точно. Нелли, а где твой брат? Я не хочу об этом говорить. Ладно. Почему только у меня пращи есть, у остальных ни хера нет? Нахрен они вообще со мной ходят? Ну это ладно, двери там открывает. On, а это алхимик, в принципе. Что-то там готовит. Всякие побрякушки. What? Is that it? И это все здесь? There's ничего нет? Lucas, I... Ока, только не говори мне, что все это было напрасно. No. No, no. Да нет, Лаврентий же не дурак, это алхимические штучки. Gold is born from lead. Золото рождается из свинца. Дверь откроется тому, у кого есть ключ. И все такое. А мне больше нравится, прежде чем трындеть, разуй глаза. Нормально. Кто первый? Отлично. Так, Амиссия. Давай уже, мы и так далеко зашли. Вот молодец. Так, и чем в какую-то пещерку попадем сейчас? Вау, красиво. Ого, в натуре. Неплохо. Это что, море? Просто подземные воды. А здесь понтон. Люди здесь уже бывали, значит, мы на верном пути. Так, пересеките озеро, окей. Никогда таком раньше не слышал. А где шато? Сперва переберемся на ту сторону, так и узнаем. Так, переберемся на ту сторону, окей. Well done. Отлично. Так, пробежимся здесь сразу, осмотримся, может быть что-то... Что-то есть. Так, реакционный аппарат. Что? Судно, которое перемещается по канату, который ты тянешь руками. Там есть ручка. Мелли, справишься? Лука, помоги. Хорош спать. Да-да, ладно. Вода зеленая. Это потому, что в ней живет масса существ. Именно и ночь холодно. Однажды отец взял нас там, где поскользнулся и упал в воду. Было так холодно, что я расплакалась. Ага, я бы тоже расплакался. Ваша лодка подана. Забираться? Да, Хьюго, забирайся. Надеюсь, они умеют плавать. Держите крепче, вот так. Ух ты! Ни одной рыбки не видно. А это из-за чудовища. Какого чудовища? А как ты думал, подземные озера волшебные? В их глубинах скрываются древние чудовища. Берегись, они очень голодные. Нет, это неправда. Если бы там жили чудовища, они бы булькали огромными пузырями. Ха-ха, ты меня распустил. Мамочка говорила, что чудовища — такие штуки. Штуки, такие твари, которым мы так и не дали имен. Мне она тоже сама рассказывала. А, было бы здорово увидеть чудище. Да. Да, вон грязное лицо, все уже, блядь, как бомжи какие-то. Пещера, ладно, пора вылезать. Эх, слишком быстро. Я знаю, но теперь их очередь. Так, давай покрутим. Подожди, не будем крутить. То мало ли они сейчас приедут, потом тут собрать ничего нельзя будет.
Сейчас сначала все соберем. По возможности. Так. Погнали. Да здесь нет, но вдруг тут есть кит. Кит большой. Да, ну а вдруг тут маленький? Чтобы нет тихий, который не хочет попадаться на глаза. Но из-за того, что еще маленький, он, наверное, ужасно милый. Ваша очередь, мы идем. Так, серия у нас затягивается. Все в порядке, отпускай. Мели, ты в порядке? Ага, все путем. Я просто воду не очень люблю. Мели, слушай, прости, что я тебе соврал. Я думал, что Амидзи и Хьюго могут погибнуть. И я испугался. Не важно, все уже в прошлом. Но если мне в замке что приглянется, это мое, лады. Договорились. О чем мы не говорим? Обо всяких взрослых вещах. Идем дальше. Серия немного затянулась. Вот это будет такая из двух глав состоять, потому что вот так и вышло. Вот так получилось. Не хотелось разрывать, потому что что-то какая-то серия 17 минут слишком была бы коротенькая. Давай, открывай. Блин, надеюсь, мне тоже отдадут потом отмычку какую-нибудь. Готово. Прошу, ну конечно. Ох, век бы их не видать. Что это за место? Это не может быть. Это висящая жаровня может съесть по всей траншее. Лука, а это в другую сторону. Это не так быстро. Это система обороны, как мышеловка, но она что-то означает. Жаровня сгоняет крыс к яме. Как это? Кто это построил? Не знаю, кажется, тут все довольно старое. Ока, идем смотреть дальше. Ладно, Мели, пока молодые люди считают ворон, мы, пожалуй, пойдем. Кто это построил? Какие-нибудь рыцари? Сомневаюсь, что рыцари умеют обращаться с камнем с цветным раствором. А вот мастеровые и народу тут поработало немало. Ока, это место построили много лет назад, а крысы здесь недавно? Верно, и этой мысли мне становится не по себе. Так, в общем, чё? Получается, мне надо здесь кого-то заставить, что ли? Все, я понял, они сейчас там вон в этом. В яму сейчас гонят. Вот так вот, прям в яму. Нам нужно попасть на ту сторону. Ладно, двинули. Все, я понял, их надо согнать. В яму, с той стороны тоже, наверное. Погнали. Давай, я посажу. Ага. Блин, дайте на Мели хоть посмотреть, как она выглядит. Просто рыжая какая-то. Ну-ка, стой, Мели. Покинщик, стой на месте. Ага. Не хочет смотреть на меня. Так, что тут есть, что? Веревка. Больше вроде бы ничего. Хорошо, погнали дальше. Опустить мост. Хорошо, дверь беру на себя. Ага, давай, отлично. Попытайся пока открыть дверь. Эй, вы двое, проходите. Так, получается мне что, жаровню надо зажечь. Сюда сдвинуть. Ничего нет, да? Хорошо. You
Так, замечательная система, очень действенная. Все, бежим вниз. И мы почти у цели. Я пойду первая. Конечно, говорит Хьюго. Еще одна дверь. Может, это нужное? Очень надеюсь, что за ней не будет крыс. Мелли, тут нужна твоя помощь. Иду. Да сколько можно видеть уже эти двери? Ура, мы его нашли, этот замок. Ух ты, он правда существует. Шато Домбраш, он потрясающий. В какой-то момент я засомневался, но очень мне нравятся такие алхимические легенды. Давай еще рассмотрим как следует. Почему бы и нет, давай. Так, здесь вообще ничего. О, открой-ка дверь. Open. Открыто. Блин, дай пройти-то. Is that supposed to be the Опа, укус четырех разбойников. Ты все об этом, мне кажется, знаешь. О, пахнет не очень. Так, укус четырех разбойников. Существует известная легенда четырех разбойников, которые обшаривали дома заболевших горожан, не боясь разиться чумой. Когда их наконец изломили, в обмен на секрет их иммунитета, им пообещали даровать жизнь. Они согласились и поделились секретом своего чудодейственного. После чего их немедленно повесили. Впрочем, действенность их препарата весьма сомнительна. Понятно, это подарок. Ладно. Я не понимаю, как? Опять крыса. Ого, видела? Молния, они боятся молнии. Попробуй. Эй, ты шутишь? Хорош, я пробежала. Все пробежали? А у как бы? А у ку поход сожрали, да, их с ним? Непонятно, куда делся он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да чтоб, хоть когда-нибудь. Да, не, невероятно, здесь раньше жили люди. Погоди. Погнали, 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 успеваем, успеваем, успеваем. Амиция, нет! Да кто там умер-то, а? Мелли погибла. Так, это я еще должен следить за ними, чтобы они это, да? Так, погодите тогда. Так, давайте, все, побежали. Не-не-не-не-не-не, обратно к огню, у огня стоим сейчас. Ждем молнию, ждем молнию. Давайте, мы справимся, все, побежали. Давай, я тебе помогу. Окей, все живы, у нас правда получилось. Получилось, мы на месте, вы только посмотрите. Шато Домбраш, отсюда он кажется еще больше. Давайте внутрь. Ого! Невероятно! Вот та башня, это жилые помещения. Ей должно быть несколько сотен лет. Там, похоже, сухо, но путь преграждает яма. Там на дне полно крыс, это очередная ловушка. Должен быть способ ее обойти. Так, ну, во-первых, я вижу вот эту штуку. Оп. Это хорошо. Во-вторых, здесь, по-моему, был проход. Заперто. Давай, Мелли, за работу. Какая же она древняя. Фу, там было что-то живое. Открыла. Отлично, заходим.
Пойдемте. Так, тут ничего не лежит. Окей. Как будто они специально тут собирались. Так может управлять крысами? Мы начнем пробираться к башне. Ну ладно, Хьюго, идем. Мелли, готова? Главное не подпускать к себе крыс. Так, эти типа здесь будут сейчас сидеть ждать, да? Ага. Ага. Я понял. Жаровню подвинуть. Это в первую очередь. Осада Шато Домбраж. Все девочки против полчищих битв войдет в историю. Смотри, они сдвигаются. Думаю, теперь мы сможем добраться до центральной части. Да, для начала неплохо. Иди первая, ты у нас мастер по крысам. Вот, спасибо. Так, и чё нам куда? Направо, наверное. Погнали. Блин, надо было налево сначала сходить, стопудово там что-нибудь лежало. Надо попросить Мелли это толкнуть. Что? Hey, look at that. А, вот, ну, я их согнал. Надо думать, для этого тут яму и сделали. Мелли! Can you get to me? Мелли, сможешь до меня добраться? Да, я иду. Хотя мне тут неплохо. Так, это мы сейчас с ней толкнем. Погоди. Я схожу быстренько назад. Лежит тут ничего? А, ничего не лежит. Так, во-первых, раз. Во-вторых, два. Третьих три. Побежали. Блин, вот тут загадоньки, а? Так, давайте, наверное, здесь тормознем, продолжим уже, наверное, в следующей серии, потому что время подходит к концу, и так серия затянулась вот на час. Сейчас мы вот это опустим. Так, я так понимаю, нам нужно будет тут еще до хрена где-то ходить. Ладно, очевидно, не с той стороны жаровня. Я посмотрю, что там такое. Хорошо, я тебе прикрою. Не, ну это бред, они вон оттуда выбегают. Да, это бред. Давайте здесь остановимся, тогда продолжим в следующей серии. Загадочку разгадаем уже потом. Всем спасибо за внимание. Как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.